Кстати, возле Мазанки разрушился асфальт на дороге. Проложили его относительно недавно, но, видимо, недостаточно качественно. Из-за этого вчера образовалась пробка. Автомобилисты могли проехать только по одной полосе. Сейчас на месте работает наш корреспондент София Шукурова. София, расскажи, какая сейчас ситуация на дороге? Работают ли дорожники? Об этом. Добрый день, студия. Мы сейчас находимся возле поселка Мазанка. Это в 11 километрах от Симферополя. Здесь несколько дней назад открыли временный участок объездной дороги. И практически сразу федеральный участок обрушился под колесами автомобилей. Сейчас на месте работает дорожная лаборатория. Вот можно увидеть машину. Причины происшествия сейчас выясняются в Госкомитете по дорожной службе. Движение по основной трассе сейчас идет без ограничений. По этой трассе обещают возобновить движение уже на выходных. Спасибо, София. А я напоминаю, что с нами на связи была наш корреспондент София.